В этом году в Дне науки приняли участие 14 ребят. Работы были представлены в двух номинациях – исследовательской и «Я автор». Каждый юный ученый отнесся к своему проекту очень серьезно. Презентации проходили на самом высоком уровне с применением современных технологий. На представление работы экспертами отводилось 15 минут. Проект по тему «Школьная моды». В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, сказал великий поэт Чехов. Дети должны с детства приобщаться к тому, что костюм – это нечто большее, чем просто одежда. Это средство коммуникации. От того, как ты выглядишь, зависит, как с тобой будут общаться окружающие. Как выяснилось, современных школьников интересует буквально все. И история русского народного костюма, и современная школьная форма. И почему форма 80-х так почетна в наше время. Исследования проводились углубленные с применением социальных опросов и рисованием диаграмм. Все это учитывалось жюри. Для чего проводятся Дни науки в школе и какую пользу они приносят в обучении ребят, нам рассказала заместитель директора по информационно-методической работе. Этот проект существует уже почти столько, сколько школе лет. И он проходит в рамках программы «Одаренные дети». Это помогает больше учить учиться, то есть что-то самому находить, что-то заинтересоваться, ну и так далее. А так как мы сейчас работаем по федеральному государственному образовательному стандарту, наверное, это самое важное – учить учиться. Многие ребята после участия в конкурсе в стенах школы не останавливаются на достигнутом и представляют свои исследования на более масштабных мероприятиях.